Момент удара заснял видеорегистратор. На кадрах видно один из перекрестков на Новоастраханском шоссе. Подросток пытается проскочить на красный сигнал светофора, не успевает, и его сбивает джип Volkswagen. От удара пешехода отбросило на 5 метров, у пострадавшего переломы и ушибы. По словам медиков, парню еще повезло, последствия могли быть более плачевными.